Вот как, никогда не стесняйтесь, умейте делать все вовремя. Вечер, концерт, а он был длинный, и я вместе с Дементьевым, тоже прекрасный был человек, удивительный. Мы вели этот концерт, и он получился такой громоздкий. И я подумал, нет, я, наверное, много читать не буду. Вот. А мне так хотелось это сделать, но я думал, не буду. Ну, блин, знаете, у меня чувство ритма страшное. Я думаю, что главное, чтобы они не устали, потому что мне надо обязательно, чтобы их держать. Ха! И я прочитал «Клеверное поле», а второе произведение, которое я страшно люблю, а у Евтушенко есть: «Я разный, я натруженный и праздный, я цели и нецелесообразный, я весь несовместимый, неудобный». Знаете, я постеснялся прочитать. И когда уже Евтушенко не стало, пришла ко мне на моноспектакль Таня Фокина, которая дружит с семьей Евтушенко. Она сказала: это лучшее, что прочтение этого произведения. И она отправила видео вдове Евтушенко. Я подумал: господи, какой я дурак, что я это не сделал тогда. Потому что мне это так совпало со мной, с моим ощущением, моим оппозиционированием себя в этом мире, вот в этом произведении. И это я, понимаете, вот как это круто, когда ты роль произведения, песню, стихотворение присваиваешь. Угу. Когда ты вдруг, это так тебя, вот ты это и есть. Угу. И это так круто. И я так жалею, что я не прочитал этого.